художник должен оставаться нищим, должен оставаться пьяным, должен уходить, чтобы навсегда остаться между станцией в недрах метрополитена. Проеб... Последний поезд, проникая внутривенно, рассказать, как мир устроен. Расскажи, как счастье строил, где какое, сколько стоит. Расскажи нам, как терять, но принимать удары стоя. Стоит ли оно того, чтобы бороться за устои? Расскажи нам, стоит ли оно того или не стоит. А одним книгами камины топим, вилки копим. Каждый день поминки, каждый новый день, как Эмл Трофик. Новый график, свежей крови, строю трафик, статус профи. А на полке брита или сотни левых серой копий. Расскажи нам за семью и как ее прокормит хобби. Расскажи, как индустрия слабых топит, правду гробит. Не осталось эпитафий для надгробий тех, что кроме в крайне неприличном виде, в крайне неприличной форме. А расту и поливаю корни, а расту и вроде корни в норме, а расту, меняя форму в корне. Нас там не любят, но скорбят и помнят. А расту и поливаю корни, а расту и вроде корни в норме, а расту, меняя форму в корне. Нас там не любят, но их не расскажи кормят. За улицу нам, расскажи за жизнь. Расскажи за музыку, братик, покажи. Расскажи за улицу, расскажи за жизнь. Расскажи за музыку, братик, покажи. Расскажи за улицу, расскажи за жизнь. Расскажи за музыку, братик, покажи. Расскажи за улицу, расскажи за жизнь. Расскажи за музыку, братик, покажи. Расскажи за улицу, нам расскажи за жизнь. Расскажи за музыку, братик, покажи. Расскажи за улицу, расскажи за жизнь. Расскажи за музыку, братик, покажи. Расскажи за улицу, расскажи за жизнь. Расскажи за музыку, братик, покажи. Расскажи за улицу, расскажи.